В Мозыре в парке появился уличный тренажерный зал. Комплекс состоит из 10 спортивных снарядов, среди которых маятниковые и эллиптические тренажеры для спины, а также твистер. Есть и тренажер, имитирующий бег и ходьбу. Все они белорусского производства. Общая стоимость подарка 100 миллионов рублей. Прийти сюда можно в любую погоду. Комплекс оборудован специальным навесом. Кроме того, все тренажеры надежно защищены от вандалов.